Ну что, друзья, 23-й год можно назвать уже смело годом выхода новых форматов планшетов, а именно защищенных, водонепроницаемых, противоударных. Уже несколько брендов выкатили на рынок свои устройства, продолжают обновлять модельный ряд, а сегодня мы с вами смотрим на модельку RT6 от бренда OKTEL. Это защищенный водонепроницаемый планшет с двумя камерами, с огромным 2К экраном на 10,1 дюйма, а также батареечкой на 20 тысяч мАч. Есть у него плюсы, есть у него преимущества существенно, но есть и некоторые недостатки, о которых я вам сейчас расскажу. Все, что вы должны знать перед покупкой, будем разбираться. Всем привет, друзья! OKTEL RT6. Планшет, друзья, довольно-таки тяжелый, сразу говорю об этом. Его вес 950 грамм, но это и понятно, здесь и батарея огромная, и защита высокого класса. Сборка монолит, поликарбонат, металл, все как нужно. Люфта нет, прогибов нет, треска, скрипа, такого вы точно не обнаружите в этом терминаторе. Экран утоплен и защищен рамкой, углы имеют наплывы, все в традициях бронеустройств. По эргономике, справа регулировка громкости и кнопка включения блокировки, слева порт Type-C и слот под симки и microSD-карту. Все прикрыто плотными заглушками. Отверстия имеются лишь под динамики, расположены на боковых гранях. Фронталка, индикатор над экраном, с задней стороны основной модуль камеры, вспышка и логотип по центру бренда. И можно заметить 4 резьбовые отверстия, к ним мы крепим ручку, за которую гораздо удобнее держать планшет, это добавляет удобства. Чехол, как вы поняли, не нужен этому монстру. Есть еще и в магазине вот такое вот устройство, которое выступает в роли ручки и подставки. Возможно, тоже кому-то будет так удобнее. Экран стандартный для большинства планшетов, диагональ 10,1 дюйма, матрица, IPS, разрешение Full HD+, 1200 на 1920, с цветопередачей, углами обзора, насыщенностью, яркостью, оттенками, здесь все в порядке. Единственное, что огорчает, это герцовка, всего лишь 60 имеем в базе и в этой версии, а хотелось бы минимум в 23-м году 120 или хотя бы 90. Это не самое страшное, но все же обращаю на это внимание. А так, для большинства пользователей разница будет незаметна. У кого смартфоны также на частоте 60 все еще работают. Ну вот на 10 дюймах в разы лучше, конечно, смотреть фильмы, играть, читать и тому подобное. Здесь, я думаю, вам пояснять не стоит. Что по железу? На борту имеем MediaTek MT8788, это 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, видеочип Mali G72MP. Этот процессор появился в свет, наверное, 3 года назад. Ставится на смартфоны Kubot и OKTEL. Это не самая популярная железяка, но и не дно. Оперативной памяти 8 ГБ с возможностью APA до 16 за счет постоянной. Проц больше не поддерживает восьмерки. Ну а встроенная здесь 256, и можно воткнуть microSD-карту на 1 ТБ, если будет такая необходимость. Работает устройство на свежем 13-м андроиде 23-го года, иконки переработаны, но в целом все чисто, стороннего мусора нет. Сервисы Google все работает. За 2 недели тестирования планшеты проявил себя хорошо, благо в зависании не было, прилетело 2 обновления прошивки по воздуху, что тоже хорошо. В Antutu это железо набирает примерно 230 тысяч баллов. Большинство современных игр, друзья, у вас поиграть получится. Да, ультранастройки будут редкость, но все же аппаратная часть справляется неплохо. По звуку здесь чистое стерео, 2 динамика. Звучат они реально очень громко и реально есть стерео, но вот низов мне не хватает. Пока эталон по звуку и 10 из 10 баллов это был планшет Active 8 Pro от Blackview. Там просто пушка. Здесь я поставлю 6 из 10. Камерам все здесь довольно скромно. Имеем один модуль позади, 16 мегапикселей. Меню вот самое простое. Фото, видео, пару пресетов. Режим развития фона есть еще и все. Из нужного предусмотрена стабилизация. Обычно планшеты не особо славятся фотовозможностями, но здесь тоже оценка будет 6 из 10. Смотрите вот несколько примеров, как по мне довольно-таки неплохо днем получается. Фронталка тоже на 16 мегапикселей. Бахнуть селфи получится днем, так без особого изыска. Мыло есть, деталей мало. Примерно вот такое качество получаем фото. И если использовать в качестве видеосвязи данную камеру, то здесь ситуация будет следующая. Звук немного бочковый. Запись ведем с вами, друзья, на фронтальную камеру. Примерно вот такое качество картинки, звука вы будете получать, если будете использовать данный планшет в качестве видеосвязи в мессенджерах, либо же какой-то другой использовать источник для трансляции видео.
Я не знаю, но, по-моему, даже здесь какая-то стабилизация предусмотрена, потому что на планшете картинка не дергается. Посмотрим уже с вами там на монтажной площадке. Видео на основную камеру планшет пишет Full HD разрешение. Есть электронный стаб. Тоже качество немножко выше среднего. Радует, что хоть фокусировка не тормознутая люто, да и, собственно, все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тест-пример записи видео и звука на планшет Oketel RT6. Ведем с вами, друзья, запись Full HD разрешение 1080. Это максимальное качество, возможное на этом планшете. На экране я вижу, что предусмотрена даже какая-то стабилизация. Давайте посмотрим, что у нас с фокусировкой. Оп. Ну, фокусировка, ну, есть, но долговатая, да, вот общий план. И снова сюда. Во-первых, здесь тени, но фокусировка есть, уже радует, не прям люто тормознутая, но видели с вами и получше. В целом это вот так вот все выглядит. Автономность – это, пожалуй, одно из главных преимуществ планшета такого формата. Аккумуляторы здесь, ребят, на 20 тысяч мАч. Это около 19 часов экрана, 18 часов игр непрерывных или видео высокого качества. Реально, посадить в ноль эту машину у меня за день просто не получилось. Хотя я играл несколько часов, видео смотрел пару часов и все тесты выполнял. В общем, живучая железяка. При этом хорошо, что есть еще и быстрая зарядка в комплекте на 33 Вт. Примерно за 4,5 часа пополняемся до 100%. Да, это не ультра быстро, но опять же не забываем про 20 тысяч объема. От планшета также можно заряжать другие устройства, это в некоторых случаях может выручить. Очень странно и в минус отнесу тот факт, что нет NFC модуля в этой версии, хотя опять же в том Blackview он был, а по цене планшеты примерно одинаковые. На распродаже стоимость этой версии порядка $200, что в целом тоже считаю неплохо, а не как на старте был ценник over 300, это точно нет. А главная же фишка еще этого планшета — это полная водозащита. Если вы уроните планшет в воду, ничего с ним не случится. Можете отдыхать на пляже и даже купаться с ним. Ничего страшного не будет, если его зарыть в песок, пошел помыл и все в порядке. Но еще одно устройство — это не боится перепадов температур. Мой смартфон, к примеру, если на ярком солнце оставить, может писать, что произошел перегрев. Здесь этого не будет. Для строителей, для рыбаков, для кемпинга, отдыха на природе, возможно, этот планшет будет универсальный. Так как за его сохранность вот переживать слишком не стоит. В походы брать, понятное дело, его никто не будет, 1 килограмм лишнего веса — это слишком. Но вот для других задач самое то. Возможно, даже ребенку, чтобы не разбил, не утопил и не залил его. Тут уже выбор просто за вами. Если рассматриваете подобное устройство, присмотритесь и к этой модели. Смартфон, друзья, практически сутки пролежал в морозильной камере. Вынимаем его и смотрим, что же у нас будет. Многие смартфоны даже зимой уже не очень хорошо пытаются запускаться. А здесь включаемся, и все в порядке. И быстродействие даже высокое. То есть не замерзло ничего, все работает, все четко. На экране прям изморозь видно. И сейчас даже можем собирать несколько кусочков снега. Планшет действительно выдерживает перепады температур, для него ни холод, ни жара не страшны, поэтому если вы будете использовать данный смартфон где-то на пляже, либо в суровых арктических каких-то зимах, то такой планшет справится со своими задачами. Если откровенно, друзья, говорить, если нас не слышит бренд Oketel, то предыдущая модель от Blackview Active 8 Pro мне понравилась гораздо больше, хотя сумма не слишком отличается высшую сторонность на прошлый планшет. Обязательно посмотрите предыдущее видео, ссылочка также будет в описании. Если вам нужна вот эта зверюга, она также неплохая, вы можете забрать ее в нашем инстаграм BillStore.ua. Полезная ссылка находится в описании, а также будет ссылка на AliExpress. Следите за распродажами, ориентировочная стоимость порядка $200 будет на Oketel RT6. Но уже Oketel выкатили еще одну модель, я ее получил, и в ближайшее время мы протестируем. Так что защищенные планшеты продолжают набирать популярность, это знают, значит, что они пользуются спросом, и другие бренды будут стараться выпускать что-то новое, что-то интересное, и это нам будет только на руку, потому что будут снижаться цены, и конкуренция — это всегда здорово. Я и дальше буду тестировать разные устройства из Китая, не только. Если видео хоть немножко было для вас полезным, не поленитесь, поставьте лайк, подпишитесь, и увидимся с вами скоро, друзья.